Достал? Достал, да? Нет, это золотой лазер. Вон там отрывай, по краям, по бокам. Потом там я буду отрывать. Тяжело. Дим, Дим, тихонечко. Тихонько, тихонько, а то эти пальчики царапаешь. Подожди, да, я там зацеплю. Там где-то мы скотчем. Ножом поднимем. Мы тут скотчем прилепляли. Да, да. Давай, давай, давай. Давай, вот, ты это страшный стол. Такой страшный стол. Ну, может, на солнце немножко поставить. Ты торопишься, не торопись. Все ты успеешь. Ну, вдруг ты отдерешь впервые его. Он боится. Помощник. Отдирать он любит. Чего-чего отбирать, это его любимая работа. Здесь пластик. Здесь потому что гладкая она. Здесь сейчас некрасиво как. О, вот это еще заклеиваешь. Это не надо, это не оставь. Надо, там гвоздик. Ну, может, оставишь это? Чего вы рвете тут? Ну, она будет неровная. Нет. Ну, я боюсь, что она будет отклеиваться потом. Да она у нас мертвая приклеена. Нет, та, которая Дима, здесь вверх ходит. Ты не бросай тут. О, все, бросай туда. Да, видишь, работник какой. А что, хватит? Хватит. Хватит, ладно, Дим, пусть тут семена будет, петрушки. Давай это. Вот, вот, видишь, молодец. Бросай все сюда, все высохнет, будем жечь. Потому что сарай не горит. А это вот сорняк, вот все, сорняк. Вот, вот, сорняк, видишь? Пойдем, я тебе еще покажу, где сорняк есть с тобой. Дим, бросай сюда. Вот, на дорожке. А мы еще шишки, Наташа, копаем. А, шишки, кстати, да. Шишки, а потом шишек мы еще бросим, и будет запах шишек. Откопай. Запах, думаешь, будет даже? Откопай, хотя. Запах шишек будет. Откопай. Ну, давай, откопаем. Все хочу пообзывать, да. Все хочу. Сейчас тебе нет, шишки немножко соберу. Оставить надо, семена петрушки будут. Они вкусные? О. Вот, бери. Они вкусные, семена петрушки? Нет, их сажают просто а, потом. А то, может, они вкусные какие-нибудь? Нет, просто сажают для посева. И теперь вот все, хватит, вот Дим, все.